Уральский городской суд по уголовным делам вынес приговор руководителю Департамента государственного имущества и приватизации Жексенгали Серикопову. Мужчина, являясь должностным лицом, неоднократно совершал тяжкие коррупционные преступления. Начиная с июня месяца по декабрь 2014 года Серикопов брал взятку в виде денежных средств с гражданки Быковой за заключение договора аренды помещения. Общая сумма взятки составила 120 тысяч тенге. В феврале текущего года Серикопов также путем вымогательства получил от Быковой 400 тысяч тенге за беспрепятственное заключение нового договора аренды. Предприниматель, осознавая противоправные действия Серикопова, обратилась с письменным заявлением в антикоррупционную службу. В этот же день руководитель департамента при получении очередной взятки в размере 30 тысяч тенге был пойман с поличным в своем служебном кабинете. Серикопова Жексенгали Сисеновича признать виновным в совершении преступления, предусмотренной статьей 366 части 3 пункта 4 Уголовного кодекса Республики Казахстан, и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 70-кратной суммы взятки, то есть 42 миллиона 700 тысяч тенге, с конфискацией принадлежащего ему имущества, с пожизненным лишением права занимать должности государственных органов. Меру пресечения содержания под стражей в отношении Серикопова отменить, освободив его немедленно из-под стражи в зале суда.